Как, делишки, ребятишки, с вами снова я, Десант Жека Игорь, и добро пожаловать в новую серию Скорострелы Мунсруфти. Всем привет, дорогие друзья! Да, ребята, здорово! Ой, как давненько у нас не было скорострелов, поэтому если ты хочешь, чтобы скорострелы были как можно чаще, не так, как сейчас, то поставь огроменный палец вверх прямо сейчас на этот ролик, и если набираем много лайкусиков, то мы с пацантре обещаем то, что новая серия не заставит себя ждать. Да, пацантре? Это прям обязательно нужно, чем больше лайков. Да. Ну, как бы, типа, вы понимаете, да, о чем мы говорим? С кем я дружу вообще? Я тоже не понимаю. Все, давайте расходитесь по своим зонам. Ждем вас. Ну что, вы готовы собирать оружие? Да. Готовы? Ну ладно, давайте. Раз, два, с... Да я уж пошутил, я уж побежал. Три, вставайте, давайте, да. Вот Денис, это дурачок. Сама такая. Я все понял, типа ты навеиваешь эпичность серии, да? Да, да, ты все в серии. Че ты заикаться начал? Я вообще... Не волнуйся, Игорь, все хорошо. Главное, не волнуйся. Может, дальше я перезаряжусь хотя бы, не? Точнее, оружие хотя бы найду. Я сам забыл про сайту. А я не забыл. Я сам про нее забыл. Она там была вообще? Она там была. Да, я взял ее. Да. Ты вообще, только не понимаю. Правда, там всего 10 патронов. Всегда так было. Да? Да. А я думал, там несколько обоим было. Нет, там всегда 10. Я не понимаю, где автомат, ребят. Я не понимаю, как вы сундуки спрятали, непонятно как. Я тебе даже меньше поставил, чем надо, так что там все нормально. Кому ты ставил? Александр, честное слово, ты прятал сундуки, вот у меня 10 сундуков должно быть, но я их не нахожу. Я тоже не нахожу, вот в чем прикол. То, что у меня нет ни... кого-то... Ой, ты еще и пропадаешь. Нет, это я просто заткнулся. У меня нет ножика, у меня нет дробовика. Называй меня теперь Игорь ВДВ. Хорошо. А там это надо что-то прописать. Как прописать, сколько там киллов? Смотри, в чате нужно. DC, лидерборд. Да. DC, лидерборд. Где мой дробаш? Да блин! Где мой дробаш? У меня тоже нет дробаша, я тоже не могу найти. Я Да я не успел забрать! Там мне без разницы. Да. Где дробаш? Я уверен, что мне дробаш не поставили. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Умирай, бежим, бежим, бежим! Посмотри, так честно, нечестно, у меня нет дробаша. Вот прям честно. Что вообще происходит? Почему у меня... Понимаю, что здесь? Да дебил! 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 Как ты еще выжил, капут? Да твою мать! Кто? Да хватит! Ну скопщик просто ходит без зума, стреляет! Уберите Жириновского! Кто туда вообще дробаш засунул? Жека! А что? Что такое? Не стреляй! Почему у меня вот так много смертей? У кого? У меня 13 смертей! У кого? У меня! Ты понимаешь, после этого я не смогу теперь смотреть на жизнь. Так, хорошо, вот смотрите, кто лидирует, кто проигрывает? Евгений. Я лидирую. Я лидер по жизни. Это была достойная перестрелка, достойная. Достойная. Я тебя тоже убил. Так, смотри, Игорь. Настольная. Настольная перестрелка. Хорошо. Пенисон, неожиданно было. Игорюня! Игорь! Ты падла. Кто? Эдисон, ты падла, иди сюда. Кто там? Снайперит. Снайперит наш Евгений. Снайперит где-то, я не знаю, правда, где. Где в жопу, Эдисон, я перезаряжаюсь, но ты понимаешь, что это... Нечестно. Почему я промахнулся?
Ебанулся! Ай-яй-яй-яй-яй! Жириновский, да! СВОЛОЧЬ! Нормалек, нормалек. Смешно, ты смотри, как ему смешно. Ты смотри, как ему смешно. А что самое главное, вот смотри, когда Игорь выбегает из-за этой фигни. Я слышу, но я его не слышу. Пацаны, у кого сколько патронов? У меня такой вопрос. Жириновский! Ну ты сюда. Да ты не убивай его! Да ладно. Что это было вообще? Ага, Эдисон, ты там на своей будке, да, сидишь? Ты охранник или что? Какой будке, Игорь? Эдисон сверху, и Джека на него атакуй, давай. Да, конечно. Конечно. Ну ты, конечно. Вот, стой, пока мы друг друга убиваем, мне кажется, у Эдисона есть какая-то тактика, он что-то задумал. У меня есть тактика. У него с самого начала была тактика, и он ее придерживает. Да, опять 5 минут искать дробовик, чтобы... Конечно, тактика. Да ты задрал, почему ты с одного выстрела не... Ты так умираешь, Эдисон. Ебил. А, ну да, да. Просто потому, что у меня лагало. Да, естественно, я даже не спорю. Игорь, я даже не спорю с тобой. Подождите, подождите, не стреляйте. Так, никто не стреляет, Игорь. Все тут френдли-френдли. Да. Да-да-да. Никто ни у кого не будет стрелять. Так, так, так. Да пошел в жопу, я перезаряжаюсь. Да мне без разницы. В окопе. Ты видел, падла? Кто? Вы видели, он вообще из-за стены вышел. Эдисон, ты был в стене. Все понятно, как ты выиграешь. Я был в стене. Все, он читер. У меня запечатлено. Фото видео. Он сверху, он сверху, он сверху! Он сверху! Уже не сверху. Это меня два лишения. Что ты жаль? Ах ты ж солый, Джека. Он встает, встает. Сразу, сразу. Да, да, да. Ну а что? А я говно! Эдисон, это как ты так быстро... КАК?! Стреляй автомат, успокойся, понял? Пацан... А, у меня все, у меня автомат. У меня патронов уже нет, пацантры. У меня нет патронов, что делать? Только я не понимаю! Я тоже не понимаю, на автомат нет патронов. Как ты выживаешь, Эдисон, я с тобой... Да ты почему, да шо ж на таке? Ты в снайперах, значит, очень обидные вещи делаешь. И тут начинаешь будешь ждать. Сколько же ты на меня патронов потратил? Да, очень много, все обойму потратил. Все обойму. Просто чисто я... Иди в жопу, понял? Быстро я пошел в жопу. Кто? Прям сейчас выходи в жопу. Кто? Я... Выезжай отсюда! Так где вы стреляетесь вообще? А-а-а! Патронов нет! Где вы? Где вы? Где один? Где другой? Как что-то вообще все плохо пошло. Куда ты там забирался, Евгений? Почему Жека выигрывает? Ой, Жека... Ну наоборот, точнее. Жека выигрывает. В смысле survival mode? Ты чё, в гемоде был? А у вас много патронов осталось, ребят? Нет, я пытался ввести DC лидерборд, а ввел случайно геймод. Survival. Понятно, понятно. Пацаны, а у вас тоже патроны кончили? Кого-кого? У вас тоже патроны? Да, да, да! Я всё равно швин. Господи. Да, да, кончились патроны. Евген, у тебя кончились патроны? Да. Я вижу, да, 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 я вижу, как у тебя кончится. У меня вообще их нету, и не было. Эдисон, я знаю, что ты меня видел. Я зубами. Ты что там хотел, утонуть, Игорь, а? Понимаешь, брать от вас. А вот так вот, понимаешь? Ты смотри, у него еще... У меня нет патронов, но ты видишь, я с ножом бегу, чисто как честный человек, понимаешь? Чисто как честный. Бегу прямо, передвигаюсь, понимаешь, на другой конец карты, не мешает. Говно. Я молодец? Я же молодец? Ах, что Эдисон, срака сзади, говно! Срака, говно. У меня кончились патроны, пацаны, давайте будем чисто любезными. Чисто.
Хорошо, кто лидирует у нас? Евгенич, Евген! Апана! Апана! У кого? У тебя патронов? Ай. Да, у меня дохренища еще. Откуда? Ну, так вот. Ага, все понятно! Все понятно, Жека. То есть, когда ты прятал. Ясно, все понятно. Ясно. Ой, все. Обманочка, ёб ты такая получилась у нас. Ну как бы я тоже там же ту на тебя же побежал. Надо еще Жеку два раза убить. Я вижу, бежит Жириновский. Бежит Жир. Да как? Игорь, да как? Ну Игорь, ну что ты делаешь, Игорь? Я почти спецназ. Так у меня Ты видел? Одного убил, другого убил. Игорь, как так? Да я перезаряжался! Не вовремя, ты, Жека. На. Так, последний. Сколько, Жека? Жек, один килл еще нужен. Так, давай Игорь убивай. Игорь, хорошо, Игорь. Не-не-не, иди в жопу. В смысле, какой Игорь? Он ставит меня. Игорь. По-хорошему, Эдисон. Ты знаешь, ой, да! Все. Жека проиграл. 30. Я проиграл. Я взлетаю. А, ну уже после драки руками. Я вообще патроны экономил. У меня еще две поймы на пистолет. Чувак, две на дробаш. Я не экономил свою жизнь, понимаешь? Ты проиграл, все. Ну а ты вообще сидел под конец. У нас было почти одинаково. Ты просто сидел. Я охотился. Нифига не охотился. Я не тебя понял. Я охотник, Рэмбо. Все, пацаны, давайте не ссориться, пожалуйста. Садитесь! Давайте не будем сраться с вами, Игорь, иди сюда. Не садитесь, а присаживайтесь. Давайте ставьте лайки, короче. Ставьте лайки, если вы хотите следующую серию скорострелов. И что нужно? Конечно же, на канал и подписываться. Самое. О, черепаха ниндзя, пацаны, это чисто новый местник. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Чисто что это было? Пока.